Так, меня пропустят. Ну, можно было кофе взять, было. Но я не взял кофе. Ты чего не кушаешь? В смысле не кушаю? Почеши мне ушко. О, как приятно, о, как приятно. Как чешет ушко пляшка. О, как приятно. А, так ты уже моя давняя зрительница или что? Уже и успела посмотреть, что я мало... Ты определила, что я мало ем. Ну, не хватает денег на все, короче. А, выживание, короче. Мы банкрот. Выживаем как можем, короче. Вот, например, на завтрак у меня была булочка по скидке минус 40%, потому что не хватает на то, чтобы что-то нормальное купить. Вот мог вот ту железяку взять и это самое сдать. Может, какой-то бы ништяк был. Ой, тут уже, короче, вечереет. Уже так темновато. Да. Надо завязывать с пельменями. Но пельмени качественные. Я беру только те пельмени, которые с яловичной и телятиной. И там ни куска курки нету. Курицы там... Я всегда беру... качественные. Многие просто берут, думают, а, мясные. Даже не смотрят, что там в составе. А они едят тупо пельмени с курятиной. Самообманывают себя, что... они с мясом, а курица это не мясо. Настоящие пельмени должны быть с телятинки или свининки. Господи помилуй. Не хватало мне от бомжа это самое заразиться каким-то вирусом. О, ну, вот сколько я уже прошел.
везде хрущевки, но между хрущевок бывает вырастает и высотки. Вот, короче, одна из них. Вот сейчас прохожу мимо. О, и у них свой паркинг даже есть. Видите, среди хрущевок вот такие вот высоточки появляются. Сейчас посмотрим, какие у них дворы. И знаете, такая тенденция есть, что они ограждают типа доступ только для жителей. Ограждается забором. И до свидания. Вот, лишний паркинг. Вот тут так уютненько, тут уютненько. Ага. Ну так я и думал. Так я и думал. Гетто, короче, гетто. Оградили их. Все. На коде. Ну там прикольненько. Там прикольненько. Пельмени жарить надо. Ты меня достал со своим жарить. Может, у вас в России такие невкусные пельмени, что вам надо еще как-то сделать так, чтобы они повкуснее были, то жарьте. А у нас по-любому жарь не жарь, они вкусные все равно. Провода сдавать можно. О, Сергей Мартынов, привет. Обычно ж пельмени. Сергей лайк поставил. Ну не только пельмени. У меня еще там и вареники бывают. Бывают. Главное слово бывают. Ну если можете как-то материально помочь, пришлите донат на гривневую карту. У вас есть возможность прислать на гривневые карты? Тогда сделай чебуреки, их точно жарить надо. Ой, мама, пациентки. Не. Мама, не заводские куплю, а эти самые. Сам сделаю. Замешу тесто и сделаю. Пойдет? Провода, но, короче, ну. Ценится же медянка, правильно? Медянка ценится. А где сейчас возьмешь эту медянку? Уже старые деды повытягивали где только возможно эти провода. А еще меня смешит, что некоторые русские говорят на пельмени пелемени, пелемени.
А тут так уютненько. Только тупо, тупо, что они оградились. И свой паркинг, ё-моё. Наверное, дорогие квартиры здесь. Интересно, сколько стоит здесь квартирка? Меня уже не видно.